кто убил копа. Иди в Тай-О, спроси у И-9. Поторопись, послезавтра их там не будет. Это Ли. Джерри узнал о сделке, что пройдет в чайном доме. Это заведение Золотой Трости. Поэтому я и прошу тебя дождаться моих подкреплений. Извините, капитан, но меня пригласили лично. Текила! Текила? Как я люблю. Только ты так и любишь. Почему он все еще жив? Охранники кончились. Сходи вниз, да сам попробуй. Я нужен Юну в Мега. Имперские девятки сейчас заключают сделку за главным столом. Смотри, чтоб Текила не встал с табуретки. Вы принесли паспорта? Слишком легкий, маловато. Вонг согласился на эту сумму. Так вы принесли паспорта или нет? Да плевал я на то, что там согласен Вонг. Это сделка девяток. Остынь. В баре сидит легавый. Ты притащил копа на сделку?
Я же сказал, не ходить в одиночку. Я был не один, с парой друзей. Вот что хотел показать нам свидетель. Пуля промеж глаз. Фирменный стиль убийства. И-9 работает на коготь дракона. По приказу Вонга они напали на копы и пытались сбыть паспорта Золотой Трости. Но сделка сорвалась. Кто-то хочет устроить войну. Их надо бы остановить. Я отправляюсь в Тай-О. Расставлю сети, посмотрю, что в них приплывет. Чёрта лысого ты пойдешь! Это не твой район, ты это знаешь. Там работает отдел по борьбе с наркотиками, у нас все под контролем. Наркомафия, передел районов и мертвый коп. Это ты считаешь под контролем? Думаешь, что творишь, текила? Переступишь черту, потеряешь жетон.